К неблагоприятной эпидемиологической ситуации добавились морозы. По прогнозам синоптиков, они задержатся в республике до середины этой недели. По данным сайта погода21.ру, завтра температура воздуха в Чебоксарах не поднимется выше минус 20 градусов. Приблизительно на таких же значениях столбик термометра останется в среду и в четверг. В пятницу потеплеет, ночью ожидается минус 12 градусов, днем температура поднимется до минус 2. В республику вернутся снегопады и метели. Из-за морозов сегодня отменили занятия в начальных классах школ столицы и некоторых районах Чувашии. Согласно рекомендации Министерства образования, уроки в начальном классах отменяются при минус 25 градусном морозе, у средних классов при минус 30. 10 и 11 классы не учатся, если столбик термометра опустится до минус 35 градусов.